Городской репортаж. Вот уже в 9-й раз выставка-ярмарка инновационных педагогических идей проходит в Балашихе. Это площадка, на которой педагоги могут поделиться своим опытом внедрения инноваций в деятельность, а также узнать новые тенденции в сфере образования. Педагоги из 155 образовательных учреждений принимают участие в ярмарке. В течение года они разрабатывали инновационные проекты и теперь готовы представить свои идеи педагогическому сообществу. На ярмарке представлена инновационная деятельность всех образовательных учреждений, как дошкольных, так и общеобразовательных. Вы видите роллапы, представленные на ярмарке, стендовые доклады сегодня работают в течение всего времени выставки ярмарки. Это как бы продукты, наработанные образовательным учреждением и некоторых педагогов отдельно. Помимо школ Большой Балашихи, в ней участвуют и учреждения из других городов Подмосковья. В этот раз электростали и Ногинска. Вот этому движению в Московской области уже более 10 лет. И мы очень активно работали с Балашихой всегда, потому что здесь был центр как бы восточной зоны диссеминации инновационного опыта. В начале форума прозвучали доклады, посвященные инновационным процессам в образовании. Внедрение проектной и исследовательской деятельности школьников, возросшая роль патриотического воспитания, стремление к единству школьной формы и учебных пособий – это некоторые из основных тенденций, отмеченных докладчиками. Современное образование смотрит в будущее, но и не забывает о прошлом. Какого числа был подписан указ? Я ж не случайно спрашиваю. Дата знаковая. О создании российского движения школьников. Он был подписан 29 октября, а это день рождения комсомола. Системы профессионального развития педагогов участники форума обсудили в отдельных секциях. В этом году их 15. Направленность разнообразная. От особенностей работы в условиях многонациональной среды до развития творческого потенциала. По мнению самих участников, опыт коллег оказался весьма полезным. Переход нашей системы полностью на инновационное обучение позволит воспитывать более информативных, развитых, современных людей. А вот как бы учителя должны успевать за школьниками. Очень интересно узнать много новых инновационных процессов вообще в образовательной организации. И, конечно же, это семья и взаимодействие педагогов и семьи. Много нового, интересного. Что-то приняли к сведению. Я думаю, что работа будет идти намного лучше. Алина Файзулдаева, Валерий Сахнов, Роман Суслов. Большая Балашиха Лайв. Городской репортаж.